Я был рад услышать очень теплые и искренние слова Си Цзиньпина в адрес города Владивостока, в адрес нашего Дальнего Востока. И я думаю, что сейчас китайские инвесторы, китайский бизнес по-новому взглянут на те инвестиционные возможности, которые представляет им Владивосток и Дальний Восток России. И в рамках развития программы «Пояс и путь», в рамках сопряжения программы «Пояс и путь» и единого пространства Евразийского экономического сообщества, мы увидим очень красивые совместные российско-китайские и международные проекты по развитию Владивостока как города и новых городов, новых интересных объектов на Дальнем Востоке России.